И всем привет, дорогие друзья, с вами Максим, канал Unrollagon, и у нас сегодня Two World 2, и я знаю, чем мы сегодня с вами займемся, а займемся мы вот чем. Мы пойдем в гробницы первосвященников и дадим им хороших люлей. Итак, где у нас находится усыпальница первосвященника Ранеба? Отправляемся к этому злосчастному чуваку. Так, а где нам приблизительно... Да, это она, да? Да, усыпальница. Пальмовую рощу нам нужно, туда мы сейчас и двинем. Насколько я понял, там мы встретим некрисов, поэтому, наверное, стоит использовать оружие дробящее, да? У меня из дробящего там что-то очень много всего накопилось. О, да. Так, давайте-ка подумаем. Значит, какое оружие я вообще до этого использовал? 329. Ну, роскошную... Фу. Да, роскошную утреннюю звезду мы будем, конечно же, использовать. Молоты все эти, рубака. Хорошая штука, вот эта рубака. Но давайте все-таки утренние звезды будем с собой таскать. Разобрать это... Да. Сейчас мы так по-быстренько все это сделаем. По крайней мере, я постараюсь. Так, смотрите. В лучшем состоянии у нее 158. А у этой без лучного, улучшенного состояния 233. То есть вот это можно разобрать к чертям собачьим. И преобразовать. Да блин, вот эта задержка после улучшения, там, не знаю, в секунд 5, наверное, она так достает. Блин, почему у меня Steam открыт? Так. До какого уровня мы теперь можем улучшать? До 9 или 10? До 10. Вернее, на 10 уровней мы можем улучшать. Все. Развили мы звезду. Не все на максималке, да? Так, а это что такое? Тяжелая точила. Это какой-то уникальный предмет, что ли, или как? Молот правосудия. Кстати, молот правосудия красивая штука. Жалко, двуручная. Не люблю двуручное оружие. От слова совсем. А почему гномский кинжал по характеристикам круче, чем крутая жесть? Причем крутая жесть 30-го как бы уровня, а это 26-го. Непорядок. Давайте лучше крутую гномский оденем. Так, посох некроманта разобрать. Посох жезл Ирфана, нет, оставим. Земли разобрать. Верховный посох огня. Посох воздуха. Разберем эти посохи. Они нам нафиг не нужны. Так, что еще? Что еще? Что это такое? Сила вулкана. Я вспоминаю, как это доктор Попов, он, да? И, наверное, сила земли. Так, все, побежали. А, нет, не побежали. Я забыл кое-что сделать. Я забыл поставить... Во! Ну-ка, как это выглядит? Ох ты, красава! Итак, найти главный чертог. Ой, блин, темно-то как... Ага, тупик. Отлично. Одной проблемы меньше. Странно, пока врагов не слышу.
Сюда можно будет сходить. Еще один тупик. Значит, сюда. Чувствую себя прям Ларой Крофт какой-то. Так, здесь что у нас? Тупик. Здесь у нас тоже тупик. Значит, сюда. Я почти уверен, что там тоже тупики, поэтому пойдем сюда. Опа. Врагов слышу. А где они? Тут нет. Такое ощущение, что они где-то заспаунились прям резко. Где вы, черти? Здесь, что ли? Нет. По-моему, я начал уже плутать. Да, слушайте. А, вот он. Так, давайте мы уберем. О, она их крошит, смотрите как. Замечательно. Просто два удара и никого нет в живых. Вот это утренняя звезда, вот это я понимаю. Так, пусть они сами ко мне придут. Так, где-то у них некромант еще остался, похоже. А, нет. Смотрите, просто два удара и их нет. Разве не чудо? Посмотрим. Так, все? Тут их так мало было? Да ладно. Ну ладно. Че я взял-то? Блин, не успел даже посмотреть. Что ты взял? В саркофаге найдено письмо. Они вообще даже с одного удара кладутся. Если с разбега налетать. Ну, похоже, все, я убил их, да? Блин, ни одного сундучка нету. Так, ну хорошо, посмотрим, что там за письмо мы получили. А, так, да. Инструкция к четвертой гробнице, вот. Уверен, мы на правильном пути. Знания первосвященников из храма Хатмандора спрятаны где-то в недрах пустыни. В предыдущих усыпальницах мы почти ничего не нашли, но в следующей непременно что-то обнаружим. Посмотрим на эту карту. Я обозначил на ней вход. Не мешкай. А, ты нужен нам, и здесь очень опасно. Дэйв Сплейт. Установлено направление, где находится еще один лабиринтик. Окей. Хотя, неужели в этом лабиринте все, тут больше ничего нет? Худно. Помнить бы еще, где выход. Но я почти уверен, что иду на правильном пути. Нет. Неправильно. Так, сюда. Сюда, да, все. Вот мы нашли выход. Достаточно быстро. Что-то у меня такое ощущение, что серия получится короткой. Я хотел ее посвятить чисто усыпальницам, а у нас
По-моему, осталась только одна усыпальница, и если я так быстро буду разбирать всех врагов, то ничего не останется в скором времени. Так, где она? Вот здесь, да? Полетели. Выносливости у персонажа маловато. Как-то надо поднять ее. Может, зелье какое-нибудь бахнуть? Да, давайте посмотрим, у меня есть какое-нибудь зелье выносливости. Так, вот. Эликсир меткости, меткости, сила воли. Эликсир силы. По-моему, сила воли у нас отвечает за выносливость. А, вот и выносливости есть. Живой варн? Сейчас. Да ладно. Откуда? Варны это хорошо. У них эти есть колчаны. Я с них смогу собрать кожу. Так. Много у меня вещей, но, честно говоря, так не хочется сейчас заниматься этой сортировкой. Прям совсем не хочется. Поэтому просто разберу то, что точно не нужно. Что такое? Так, магия воды нам не нужна. Посох смерти тоже не нужен. А, так, это что такое? Учитель. Звезда. Так. Да, разберем тяжелые точила. Лемики. Щиты можно разобрать. Кстати, надо всякие еще кольца продать. Это всякая фигня мне ненужная. Так, что тут у нас есть? У нас тут есть ящичек. Так, не вижу я там, где это. А, блин. Блин, слишком... слишком много. О, отлично. Угу, еще одна крутая жесть. В принципе, это можно было бы все продать, но... Не сказать, что мне прям нужны деньги. Дом я себе уже купил все равно. Так, а давайте-ка мы... Знаете, что мы давно не делали, что я хочу сделать? Так, кинжал. Вот. Давно мы не убивали скрытно. Мне прям даже интересно вспомнить, каково это. Оп. Ай, прям под ребра. На тебе пинком. Так, как... А, вот, собрать получится. А где проход-то в пещерку? Видимо, с той стороны. А тут вообще проход-то есть? Интересно. Не, вроде какой-то имеется. Так, где-то мое зелье выносливости, еще одно.
Так, эликсир выносливости малый. Ну, малый давайте хотя бы. А вообще у меня почему-то оружие сменило. Давайте-ка мы вернем. Не знаю, мечи. Вообще у мечей по сравнению с утренними звездами стал хуже урон. Пусть даже он и режущий, это немножко другой тип, но все равно. То есть факт остается фактом. Блин, а куда идти-то? Где-то вот здесь, на границе с варнами. Так. О, здоровье отнялось знатно. Так, найдите главный чертог. Ну давайте. Сейчас будет забавно, если здесь тупик. Да ладно, такой длинный коридор. Опа. А вот и вся группа. Искатели приключений. Ничего, ничего. Получен предмет. Дневник археолога. 50 монет, 50 монет. И заперто. Так, давайте читать. Давайте читать. Весь, наверное, дневник читать не буду, если там много. Только самую суть прочитаем. О, да. Так, Дэйв Сплейт у нас, кстати, вот археолог. Это тот, кто писал наши письма. Предложил мне присоединиться к небольшой группе людей, которые собираются изучить гробницы 10 верховных жрецов. 10? Да ладно. Так, так, разумеется, это согласие. Ответила девушка. Так. Думаю, что возьму те облегающие штаны. Так, на всякий случай. На случай Дэйва, разумеется. Так. Ладно, допустим, она заигрывала. Не знаю, может, напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я читал все вот эти дневники прям досконально, целиком. А то это получится, как, не знаю, если в Скайриме читать каждую книгу, там какую-нибудь похотливую аргонианскую деву и все такое. Я не знаю, кто-нибудь читает вот книжки вот эти вот. Наверное, читают. Так. Дэйв бросил нас. Он отправился в пятый лабиринт, чтобы отыскать саркофаг верховного жреца по имени Юзеркарф. Вход в гробницу должен быть рядом с городом Чизнадар. Я слышу рев монстров совсем рядом с нами. Мы не можем идти, половина из нас едва может стоять. Подожди, это получается не последняя, да? Дэйв по-прежнему не замечает меня. Мы вошли в четвертую гробницу верховного жреца К. Но у меня больше нет сил. Подождите, мы нашли дневник археолога. То есть это четвертая гробница, да? Я правильно понял? Этот Дэйв у нас сейчас пятый. Опаньки. Да ладно, я, наверное, и одну утреннюю звезду исправлюсь с ними. Только некроманта убить надо. Ну и все. Некроманта нет, теперь можно спокойно ломать кости рыцарям. Ты еще живой?
Так, ну вроде все, да? Так, что это такое у нас? Кристалл мастера, деньги. Возьмем, все возьмем. Что нужно? Лучше разберемся поскорее. Так, среди гадов есть некромант. Среди гадов. Ой, их там два. Блин. Не люблю, когда вот это происходит, когда некромантов два. Или три даже. И они начинают друг друга поднимать, твари. Смотрите-ка, он людей поднял. Офигеть. Он горожан поднял, молодец. Слушай, сами убили, сами подняли. Все правильно. Ну умри ты. То есть реально он... Смотрите, господи. Пятерых оживил. Чё собрались? Кого ждем? Блин, они пропали. Жалко. То есть это, видимо, ненадолго восстают мертвецы. Но все равно это было очень забавно. Прям очень забавно. А, вспоминаю, в первой части было заклинание на подъем трупов, но он был, скажем так, постоянно действовал. То есть, может... А, я, наверное, не показывал вам, как я весь город возродил, убитый орками. Было круто. Так, давайте разберем всякую шляпу. Так, крутая жесть, крутая жесть. Разобрать. Все. А, нет, не все. Ой, это далеко не все. Нет, я не хочу преобразовывать, я хочу разобрать. Все, да? А, еще колчаны тоже надо будет от них избавиться. Колчан-орел. Колчан-орел покруче. Хотя он у меня улучшенный. Давайте разберем. Два одинаковых шлема. Штаны наемника, штаны наемника. Тоже двое одинаковых штанцов разберем. И ты. Ну и пока все. Ладно. С одежонкой там посложнее. Будем более внимательно все это смотреть. А, так, что у нас по... усыпальница есть. Да, видимо, у нас осталась последняя, пятая усыпальница. Пойдем ее искать. Так, я сейчас по памяти примерно пытаюсь добежать. Я не помню, правильно я иду, нет? Так, мне кажется, сюда надо.
То неужто я заблудился? Да, похоже, я заблудился. Так, смотрим на карту. Стоп. Я забыл, как-то же можно было смотреть карту местную. Нет, нельзя. Это фигово. Я не хочу здесь круги наворачивать, блин. Это очень долго и нудно. Ага, тупик. Камнем телепортации я воспользоваться не могу, да? Могу. Что же делать? А, вот выход. Все, замечательно. Так, ну что, отправляемся в последнюю экспедицию. А находится она у нас... сложно понять. Ну, давайте, наверное, в окрестностях от Мандора. А от них уже будем как-то плясать. Так, там был ящик, но, по-моему, он был открытый уже. Не, хоть правильно иду-то? Ну да, правильно. Ну, практически. Так, что, последнее, да? А вот и... Кто таком, я думаю, да? Это главный археолог, который собрал, собственно, всю эту группу. Почему он лежит прямо здесь уже дохлый? Прям на входе. Так, еще кто-то. Тогда это не археолог. Еще какая-то баба. Угу, тупик. А здесь... тоже. А, похоже, здесь квадратное. Все, понял. Так, тогда сюда. Нет. А, вот еще трупешник. И не один даже. И впереди у нас главная опочивальня. Усыпальница. Вот он, чертог. Так, это некрисы обычные. А где я ждал некромантов? Блин, может взять, да. Со светом как-то получше все-таки. Все, больше никто не вылезет, по идее.
Опять всякой хрени надо... набрал. Теперь надо будет это все разбирать. Так, ну давайте посмотрим, что же я там понабрал. И много ли... Кстати, не так уж и много, судя по весу. Топоров куча. Нет, не преобразовать. Вот так вот получается. Получается, какой-то чувак амбициозный, археолог, решил раскопать древние руины. И как это обычно бывает, те умерли. Собственно, чего они ожидали? Что вообще в этих гробницах можно найти? Здесь нет ничего интересного, кроме вот этих замыкающих камней. Старые записи. И что это за старые записи? Не теряй надежды, мы обязательно что-нибудь найдем рано или поздно. А, вот видишь, как уже 5, даже, наверное, больше. А, был в усыпальницах, потерял кучу народу, так ничего не нашел, но чувак упорный. А, пожалуйста, поторопись, мы больше не можем ждать тебя, это место опасно. Мы потеряли много людей, ты нужен нам, Джо. Никто, кроме тебя, не может читать иероглифы и провести нас по лабиринту к знаниям первосвященников Хатмандора. Прилагаю к письму карту. Ищи нас в усыпальнице первосвященника Унаса. То есть еще одна усыпальница. Так, я слышу нехорошие звуки. А, всего лишь таракан. Теперь самое сложное — это найти выход из этой усыпальницы. Так, нет, я помню, там у нас тупик. Это я уже запомнил. По трупам идем, по трупам. Вот еще трупы. И выходим. Next. Next. Стоп, подожди, я что-то не сделал в усыпальнице Кхе? Не понял, сейчас. В саркофаге мне попались старые записи. Похоже, на этих обрывках бумаги содержится важная информация. Быть может, люди, исследующие гробницу, оставили со своим путником подсказки. Твою ж налево. Возвращаемся в эту фигню. Монетки. Ух ты! Монетки. Монетки. То есть мне нужно оббежать всю, весь лабиринт и обыскать каждый труп. Я правильно понял? Ничего. Ух ты, красиво умер. Его голову засосало в эту... Капец, его колбасит. Ой, прикольно. Нет, я хочу, чтобы он еще что-нибудь прикольное сделал. Погоди, труп, дай на того чуть поиздеваюсь. А, нет, уже не хочет. Так, хорошо. Но мне еще нужны трупы. Где еще могу найти трупы? Там я был.
На всех вроде же обыскал. Больше нет мертвых. О, блин, найди иголку, иголку в стоге сена, называется. И вот где теперь их искать? Будет забавно, если вообще квест забаговался. Допустим, я кого-нибудь слишком рано обыскал. Возможно же такое, возможно. Так, а тут вообще какая-то... тупиковая зона эволюции. Реально, 4 ответвления и все тупиковые, даже 5. Тоже, да, 5. Хорошо. Так, а это тоже тупик. 6. Надо запомнить это место, чтобы сюда вообще не приходить больше. Есть какой-нибудь ориентир? Нет? Ну и где этих дятлов искать? Вот они разбежались как дураки. Первое правило любого хоррора. Никогда не ходите поодиночке. Вообще группу свою не распускайте. Ходите все вместе. Нет, блин. Надо походить. Вот так вот. Вас поодиночке отловили. И сделали с вами все, что хотят. Так, вот я был. Это выход. Дурацкая фигня, вот это вот. Найди в темноте. Сделали бы еще, ну, хотя бы так, чтобы можно было зажигать настенные факелы, да, то есть, чтобы ты знал, где ты уже прошел. А вот эту хренью страдать, ну, блин, ребята. Так, а это, по-моему, тупиковая, да, это тупиковая комната, я дальше даже идти не буду. У меня есть один вариант. Есть один вариант, давайте вспомним старые добрые сказки. Вот, то есть мы здесь вот так вот встанем. Вспоминаем, как можно ли это вообще сделать. Все, сюда мы не ходим. Тут проверено. Даже вот так получше мы сделаем. Во, вот здесь, наверное, даже. Так. Кольцо. Нет. Амулет. Но здесь трупов же нету, да? Я ж тут никого не находил. Ага. Все, тупиковые комнаты будем помечать. Так, где еще? Можно было что-нибудь выкидывать, конечно, из ингредиентов, но уж лучше я выкину бесполезные амулеты, которые я все равно бы продал. А так хотя бы буду знать. Угу, стаминка кончилась. Еще одна тупиковая ветвь, отлично.
А, подожди, еще не отлично. А вот здесь тупиковая ветвь. Непонятно. Тупик. Так, нет, секунду. Давайте посмотрим, может быть, я что-то неправильно понял. Быть может, люди, исследовавшие гробницу, оставили своим спутникам подсказки. Но я же прочитал... Так, может, я не прочитал что-то? Да нет. О, у меня 50 тысяч уже, нифига себе. Не знаю, все прочитано. Так ощущение, что квест не сработал. Мы же нашли записку, где типа сказано, я оставил тебе там подсказки, карту, куда нужно идти. А, вот еще кто-то. А, это мой амулет. Фу ты, елки. Блин. Так, все, амулет мы оставляем, туда мы не идем. Так, тут тоже амулет, туда мы не идем. Я очень сильно удивлюсь, если, блин, в этом квесте есть действительно какой-то трупешник, у которого есть какая-то еще там записанька. Не знаю, все что ли надо читать? А! Ее нужно было два раза прочитать? Вы издеваетесь, что ли? Ой, блин. Тот, кто делал этот квест, такой рукожоп. Я прям не знаю. Ну серьезно. Я ж читал ее уже. Ну, я ж Блин, я читал ее. Я не понимаю, в чем прикол. Вообще, знаете, я немножко неправильно сделал, надо было раскидывать амулеты от входа, чтобы я не заплутал, как сейчас. Окей, так, двигаемся дальше. По сюжету, куда нам теперь? Усыпальница. Ага, вот она. Первосвященник Уни. Хорошо, что не... Ладно, не важно. Так. К Уни. Куда нам пойти? Отсюда, наверное, лучше. Жалко, нельзя траву поджечь. Я бы сейчас поджег. И монстры. Блин, носорог меня преследует? Да ладно. Я же ему даже ничего не сделал. А, все, отстал.
Как только он увидел, что я достаю свою вторую дрын, он решил смотаться. Да беги ты. Так, а может теперь мне так и сделать, действительно, раскидать от входа амулеты или что-нибудь, ну неважно, и потом это ходить собирать на обратном пути. Так, давайте, что нам выкинуть можно? Можно покидать мечи, кстати. Нет, плохая идея. Можно покидать какие-нибудь зелья. Во, зелья. Вот эти зелья, эликсирманы. Которые я не могу кинуть. Отлично. Тогда амулеты. Так, идем налево сначала. Теперь, так. Я так амулетами не напасусь. Куда? Вперед. То есть, действительно, нам нужно посетить, получается, все 10... О! Слышу врага. Значит, где-то рядышком. Ага, есть контакт. Надеюсь, это не квестовый персонаж застрял в стене, у которого я не могу взять ничего. Буду очень на это надеяться. Да, где-то совсем близко враг. Вот только где? А, вот, все. Вопрос отпал сам собой. Ну что, готовимся. Кто нас там встретит? Ага, мумии, отлично. Слушай, реально, вот этот бой такой атмосферный сейчас. Темно, куча мумий. Мне даже сложно представить, какая тварь меня будет ожидать в последней 10-й гробнице. Там, наверное, что-то вообще неимоверно стрёмное и сильное. Так, все. Да, все. Слушайте, а я там уровень случайно не получал на досуге? Пока нет. Жалко.
пусто. А сфига ли тут пусто? Сейчас не понял. А почему здесь пусто? Может быть, это не та гробница? Не та комната, вернее. Может, надо куда-то еще ходить? Сюда, может быть. Так, нет, тут я был. Ладно, вернемся. Может быть, я что-то упустил? В чем прикол-то? Ладно, убедили. Так, лабиринт похож на предыдущий, как две капли воды. Посему можно предположить, что в его главном чертоге может оказаться клад. А вот и хитрость. Он похож? Да нет. Клада тут и в помине нету. Что делать? Искать другой вход. Вернее, другую комнату. А эта задача не из легких. Я даже не знаю, где она может быть. Может быть, опять не сработал какой-то скрипт? Я не сомневался, что за мной кто-нибудь придет. Что? О чем ты? Я археолог, последний из большой научной экспедиции. Все трупы, которые ты нашел, это мои друзья. Что случилось? Чудовища и ловушки. Зачем вообще вы сюда пришли? За знаниями. Ты побывал в других лабиринтах? Да, я ничего не брал из гробниц, потому что мне были нужны лишь одни знания. Ты знаешь, где находятся остальные гробницы? Да, но я устал, и у меня нет желания исследовать их. Давай я отмечу седьмой лабиринт на твоей карте. Может, удача будет к тебе более благосклонна. И что теперь? Я возвращаюсь домой. Желаю тебе хорошо провести время. Блин, из-за этого... Это же то, о ком я думаю, да? Да, Дэйв Спейд. И вот этот козел, из-за него столько людей погибло, он такой, а я устал, я домой. Как это, как Картман, типа, пошли вы, я домой. Я тебя сожгу, чувак. О, мои амулеты. Хорошо. И что, осталось у нас целых три подземелья. Три, боже. Боже, я ненавижу этот квест. Я его презираю. Я на полном серьезе это говорю. Я ж тут все нашел. Зачем мне опять сюда возвращаться? Ну зачем? Пожалуйста, избавьте меня от этого дерьма. Так. Мне повстречался последний, да, старик мне... Вот следующий лабиринт. Отмечен на моей карте. И... То есть он отметил это же подземелье? Вы серьезно? Не знаю, то ли у меня маразм, то ли у разработчиков маразм. Ну что? Ну как?
Я даже не помню, где этого Чувырлу нашел. Блин, я сейчас плюну на все, пойду играть в Infinity Girl. Ёлки-палки. Еще у этого стамина кончается, господи. Мне кажется, разработчики этой игры на самом деле в жизни жестокие люди. Они любят издеваться над окружающими, поэтому сейчас издеваются надо мной. Но вот где? Вот куда теперь мне идти? Так, подождите. Давайте, во-первых, сделаем сейчас одну умную вещь. Эликсир выносливости. И мы его сделаем на 9. Во. Да. Отлично. Я по кругу, что ли, бегаю? Забавно. И куда мне теперь? Ну реально, у меня нет ничего такого, чтобы я мог выкидывать и отмечать места, где я уже был. Ох, блин. Да, извращенец ты разработчик, однако. Делать такие квесты. И я не знаю, блин, не, подожди. Может быть, как-то можно посмотреть все-таки. Я даже в настройки зайду, чего особо делать не люблю. Так, клавиатура. Ай-яй-яй. Так. Позвать лошадь. Восстановить здоровье. N, R. Приблизить камеру. Да-да. Карта мира. F6. Книга деревни. Что такое книга деревни? F8. F6, F8. Давайте попробуем. F6. F8. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Не, ну серьезно, может быть, действительно квест забаговался? Я уже был. Блин, а тут лежит вот этот чувак. Может, у него там что-то важное? В закромах валяется. Не знаю, я уже всю гробницу оббежал, по-моему.
Ну вот куда мне теперь? Вы издеваетесь, что ли? Да ну! Привет, сивой кобылы. Я предупреждал. Это просто, это эпик. Такая хрень. У меня нет слов, да, вот я не знаю, я сейчас сижу просто, я в таком шоке, не могу назвать другое слово, в каком состоянии сейчас нахожусь, потому что, не, ну, я не люблю ругаться матом, по крайней мере, на Ютубе, и я сейчас такой просто, не знаю, меня разрывает от эпика. Это божественно. Это просто божественно. Не знаю, это будет... Номер этой серии, я не помню, какой, 27, наверное, это будет проклятое число. Я его прокляну просто всеми возможными способами. Я надеюсь, что та гробница, в которой мы сейчас, это номер 7. Я на это очень надеюсь. Так, гробница следующая. А все? Секунду, минуту. Не то. Так, мне повстречался да-да-да. Вот, все. Давайте смотрим, где у нас еще одна усыпальница. Усыпальница Дена. Надеюсь, в усыпальнице Дена будет получше. Не, я знаю, что там имеется в виду Ден, а не Ден. Просто мне хочется как-нибудь поиздеваться над этой игрой, как она издевается надо мной. Найдите главный чертог. Так, а давайте-ка мы вот здесь, наверное, кинем амулет. Вот здесь кинем амулет и с другой стороны кинем амулет. Вот здесь. Да я буду примерно знать, что я нахожусь рядом с входом. Выбросить. Ну, так, смотрите, получается, если этот Дэйв, или кто он там, короче, археолог выживший, он был последний из группы, получается, здесь мы уже мертвых не встретим, его друзей. То есть по трупам уже мы не найдем нужную комнату. Это печалит на самом деле. Так, куда сюда? Хорошо иногда, что звуки выдают рядом врагов. И можно хотя бы примерно понять, далеко ты или близко. Вообще в этом плане... А, вот, я к началу вернулся. Ко входу. Блин, у меня скоро будет эпилепсия от этих вот бесконечных коридоров. Так, тут вообще тупиковая ветвь эволюции.
Я не знаю, куда нам сюда. Нет. Блин, повторил тот же маршрут. Так, секунду, минуту. А здесь я был? Почему-то у меня такое ощущение, что я уже близко. Близко к срыву нервному. Блин, ну елки-палки, ну хватит. Компас хотя бы дали, что ли? Есть? Есть что-то, нет? Забговались бы хотя бы текстурки, что ли, я не знаю, чтобы я там мог через стены смотреть. По-моему, я в этом коридоре был уже. Ага. Так, нет. Здесь нам делать нечего. Не, нужно точно отсекать тупиковые ветки, иначе я тут буду бродить очень долго. То есть вот здесь сразу тупик. Надо пометить его. А помечать мы его будем кольцом. Так, это тоже тупик, что ли? Да, это тоже тупик. Получается, колечко мы кинем аж где-то вот здесь вот. Все. Теперь мы знаем, что вот здесь тупик. То есть вот у нас вход. Здесь у нас тупик, значит идем сюда. Здесь у нас тоже тупик. Еще один тупик. Такой же, какой и был. А как я мимо пробежал ее? В этот тупик есть какой-то еще вход? Секунду, проверим. Да, золотая печатка. Ах ты сволочь. Короче, вот это вся зона тупиковая. Просто вся тупиковая. Так, бросить. Все, замечательно. Туда мы больше не ходим. Переходим сюда. Не, давайте мы чуть дальше пробежим. Тупик. Блин, я... О, елки-палки, как я до тебя добрался-то? Так, и чё, кто здесь? Здесь кто? И вообще никого нет, да ладно. Да, смотрите-ка, никого нет. Поздравляю. Ты первый, кто ступил в мой чертог. Добро пожаловать. А, Дэн? Ничего себе. Кто ты? Ты что, босс, что ли?
Ты здесь, чтобы забрать мое сокровище. Но главное мое богатство — это моя мудрость. Что это за мудрость такая? Я построил что это за хрень все такая? Эти лабиринты. То есть ты знаешь, где находятся все эти гробницы? Конечно, знаю. Ну ладно, вот это прикольный ход. Мне нравится, как они сейчас сделали. Я передам вот это. Тебе это знание. Очень мило с твоей стороны. Но только если ты сможешь меня победить. Это не займет много времени. Давай-ка потанцуем. Блин, он слишком самоуверенный. А я ведь вас предупреждал. Пошел нафиг. О, ох ты. Есть! Так. А, все? Да, все. Быстро. Ой, скелет. Так, что это такое? Кристалл силы. Увеличит максимальную нагрузку на 60. Хорошо. Пригодится. Так. Мудрость великого архитектора указала мне путь в восьмой лабиринт. Блин, это был седьмой. Блин. Блин. Так, вход в него обозначен на моей карте. Дали бы мне хотя бы возможность отсюда телепортироваться. Ну что за хрень? Ой, я даже ничего не вижу. Забавно прийти в это подземелье без факела. Интересно, кто-нибудь так приходил? Так. Ладно, сейчас случайно бегать будем, я думаю, наткнемся на выход. Не знаю, вот в первой части такой тупизны не было. Там карта подземелья строилась нормально. Я не знаю, не, может я правда сейчас неправильно использую карту. Блин, опять здесь. Может тут как-то можно переключать камеру, не камеру, блин, что я говорю, а переключать карту с глобалки на вот, ну вы поняли на что. Ну потому что это невозможно, вот это вот ходить, бродить. Тут надо, не знаю, было... Либо какую-то возможность использовать, чтобы кидать... Вещи. Ну, то есть, знаете, там, не знаю, как в сталкере бросать болты, а здесь что-нибудь тоже бросать. Я уже здесь был. Я точно знаю, что я здесь был. Сколько вообще идет запись? Час 15. Час 15. Я пытаюсь, блин, в этих подземельях. Знаете, я, наверное, так считаю. Вот эту серию, она чисто посвящена вот этим вот лабиринтам, вот этим вот бесконечным тупым лабиринтам, ее можно не смотреть. Вот прям честно, от сердца всего говорю. В плане сюжета не потеряете ничего, вообще ничего. В плане интересности тоже ничего не потеряете. Просто так вот ради интереса, чтобы посмотреть, как я тут схожу с ума, вот, да, ради этого можно смотреть. А ради всего остального, вот этот квест, эта серия, она вообще ни о чем. Вот серьезно. Такое г. Вот
Не знаю. Просто Г из Г. Единственное, вот что единственное может спасти эту линейку квестов, это финал, последняя усыпальница. Если там что-то прям мега грандиозное, можно будет простить вот эту беготню. Но так нет, это хрень из хреней. Просто. Но вот я не знаю, куда сейчас бегу. Я просто не знаю. Такое где... Ладно. Оп. Блин, не знаю, я бы не сказал, что у меня плохо со спортивным ориентированием. Но тут... Тут совсем другое дело. Я даже не знаю, как я в эту часть подземелья попал. Я вижу, что из нее есть один единственный выход, а остальное зацикленные какие-то вот коридоры квадратные. Вот найти бы этот выход из этой части лабиринта. Видно, что я бегаю по кругу, но это очевидно. Может быть, сюда? Нет, я опять бегу по кругу, мне кажется. Давайте сделаем проще. Ну, не проще, а хотя бы понятнее. Так, что у нас есть? Вот. Если я найду этот топор, значит, я тут уже пробегал. Так, теперь куда? Не, ну, блин, ну согласись, что это, ну, бред. Вот так вот делать, это же отстой, полный отстой. Хуже, чем отстой. Может, реально как-то можно переключить виды? Мне почему-то казалось, что можно здесь это делать. Так. Мне кажется, мой герой тоже уже офигевает от вот этих вот бесконечных коридоров. Как и я. Амулет! Амулет! Боже! Амулет! Все, пусть оно там все и остается. Надо сделать в следующий раз умнее. Надо сделать как-то умнее, надо... Сразу... О, коняха моя. Нужно сразу как-то обозначить, откуда я пришел и как я иду. Надо посмотреть, что я могу такого выкидывать, что не жалко. Куда же вы все беретесь? Так, дыренька. А вот и вход.
Еще один чертог. Еще один. Причем такой же отстойный. Так, давайте. Бросаем мы топор. Нет. Один из гладиусов здесь бросим. А второй бросим вот здесь. Ну, пошли искать. Пусто. Будет прикольно, если я сейчас прям с первого же захода, забега найду. Вот. Кажется, я догадываюсь, как устроен этот лабиринт. Он похож чем-то на лабиринт, который обрамлен вот такой, как бы, как сказать, стеной, да, то есть весь лабиринт по кругу окружен своей же, своими же вот этими проходами. Странно, что мне нельзя было сразу в 10-й лабиринт попасть. Нам же вроде, по идее, этот маг, он же сказал, да? О! Нет, показалось. Нам же этот маг сказал, что он знает, где находятся все лабиринты. Значит, он должен был сказать, где находятся 9-й и 10-й. Ага. Блин, на-на-на. Так, мага убить в первую очередь. Так, секунду. А давайте-ка мы... А, все, понял. Ну давай, падай. Блин, их тут много. Реально много. Конечно, не сильно страшны мне сейчас. Мои... С моими ультимативными звездами. Где ты там? О! Все. Теперь в гробнице спокойно. Так, рог единорога, кристалл мастерства, отлично. А больше тут полезного и нету. Все, всех обобрал. Да, можем теперь отсюда чапать. По очень длинному, длинному, длинному коридору. Кто так делает? Вот кто... Подождите, стоп, нет, надо отсюда не уходить. А что, если мне не засчитался квест? Последний лабиринт. В 9-й лабиринт. А я сейчас в каком нахожусь? Только не говорите, что это не 9-й лабиринт.
Так. У нас, это у нас 9-й, а я нахожусь в 8-м. Оскверненное святилище. А, вот усыпальница. Тетти. То есть все, да, я здесь выполнил свою задачу. И осталось еще 2. Не знаю, а квест с усыпальницами самый пока что говёный в этой игре. Самый отвратный, самый тупой, самый, не знаю... Мне не нравится вообще ни разу, чем я здесь занимаюсь. Такой тупой бред. И вы, кобылы. Не дай бог, я сейчас пропущу свой поворот, и сейчас по второму кругу надо будет бегать, вот это искать все дело. Так, гладиусы, где мои? Где-то здесь, наверное. Так, вижу бочонок. Я его уже где-то видел. Еще один бочонок. Мне кажется, я здесь сейчас возвращаюсь обратно. Ах. Чем я занимаюсь, а? Господи. Не знаю, а те, кто играли в эту игру, вот тогда, еще давно, когда она вышла, мне кажется, часть людей после вот этого квеста ее забросила. Потому что... Ну реально, но я не знаю, каким надо быть. Если тут нет карты вот этого подземелья, да, чтобы ее можно было посмотреть, что уже открыто, что не открыто. Если этого здесь нет, то у разработчика очень большие проблемы с тем, с пониманием того, что такое интересный квест. И что такое геймдизайн. Я не знаю, кому вообще в голову пришло из там, команды разработчиков, что этот квест будет интересный. Не знаю, кому. Не знаю, кому из игроков понравился этот квест. Ну, потому что вот вам нравится то, что вы видите, да, последний час, 15 там даже. Вот эту беготню бестолковую, беспощадную. Ради чего? Там... не такая хорошая добыча, там нет какого-то легендарного оружия, да, ну вот, как обычно бывает в играх. Это же... Ну не стоит этот квест того, вообще его надо было вырезать, я считаю. Его надо было вырезать на этапе, не знаю, тестирования игры. А есть еще, не дай бог, вот эти подземелья, они процедурно генерируемые, то это все, это труба. Мне кажется, у меня уже скоро комп офигеет просто от количества записанных видео по Творлду. Так, ну давайте, ладно, пойдем по правильному. С 9-го, потом 10-й. До 9-го еще как до Китая. Не, я, наверное, знаете, как сделаю? Да, я понял, как я сделаю. Я сейчас...
пройду 9-ю гробницу, а 10-ю оставлю на следующую серию, чтобы, ну, хотя бы люди не смотрели час-полтора вот этот бред говёный, да, сивой кобылы. Просто посмотрели, чем кончается этот квест с усыпальницами и поняли, вернее, я им расскажу, через что пришлось пройти, чтобы дойти до вот этого финала. И люди решат, стоит ли проходить этот квест в принципе. Я уверен, наверное, на 99%, что этот квест не стоит вашего внимания. Вообще. Ни разу. Это хрень. Мое экспертное мнение. Как человека, который уже давно играет в Tworld. Который прошел первую часть, которую вторую. Не знаю, может быть, фанаты скажут, что этот квест чем-то хорош. Может быть, там дневники интересно читать. Мне не интересно читать дневник один. А потом полтора часа ходить по темным пещерам, ломать глаза и... Ну, вы поняли, короче. Так, тут хотя бы есть ориентир, тут есть бочка. Одна. Вот опять, я сейчас буду ходить просто вот кругами, наяривать вот эти вот непонятные лабиринты. Они мне сегодня в кошмар будут сниться, я уверен. Я не знаю, провожу свой выходной, свое время, трачу на вот это дерьмо. Ну реально, ребята. То есть уже за этот квест я могу сказать, что вторая часть Tworld хуже первой. Да, вот реально, вот этот квест у меня отбил всякое желание играть дальше. Потому что если дальше будет такого же рода задания, не дай бог, я игру всю брошу. Ну реально, ну мне делать больше нечего. Да блин, я бы за это время, как минимум, мог бы записать 3 первых взгляда на какие-нибудь новинки. Там не хайповые, но просто хотя бы что-то там новое, да, в Стиме вышло. То, что на что люди наткнутся, могут там это поискать, посмотреть, подумать, устанавливать или нет. А вместо этого я хожу по вот этим одинаковым лабиринтам. Без карты. Пытаюсь найти какой-то один там завалявшийся камушек, без которого я почти уверен, что я игру смогу пройти. Без сложностей. Ну вот, бежал, пришел в тупик. Зашибись. Потратил стамину. А без стамины тут бегать, это... Не знаю. Просто жизнь на ветер. Просто жизнь на ветер. Короче, не знаю я. Если вы досмотрели до этого момента игры, то, во-первых, я не представляю, насколько у вас мощное терпение, а во-вторых, я прям честно говорю, можете выключать этот видос, вы наверняка тут уже больше ничего интересного не увидите. Ну, это, ну, г, вот просто г. Вот этот квест, это такое дерьмо, которое свет еще не видывал. Ну, я не знаю. Ну, хоть, ну, какие-то должны быть ориентиры, ну, хотя бы. Опять уже третий раз в этот прихожу. Все, ну, так, подождите. Сейчас дойдем до сюда. Все, чтобы я в эту хрень больше не заходил. Давайте мы что здесь выкинем? Гладиус выкинем. Пофиг вообще. Я больше не хочу заходить в эту...
Тут хотя бы разработчики сжались и включили какой-то музон. Ну, хоть как-то разнообразить. От этого уныния. За что им, конечно, в этом плане спасибо, но за все остальное нет. Так, это что, квадрат, что ли, здесь Малевича? Да, по квадратику пробежался. Тоже помечаем это место как никчемное. Не знаю, блин. Я и резать это все не хочу. Мне так в ломак это вот это вырезать. Это, представляете, полтора часа мне сидеть, смотреть. Ах. Ну, то есть это вырезать либо все просто вот мои вот эти прохождения, да, по лабиринтам. Тогда зачем я сейчас сижу тут с вами беседую? Тоже, да, то есть я мог бы сейчас сидеть молчать. Выход. Ошибись. И просто потом показать, как я вошел в подземелье, и показать, как я нашел комнату. А потом, как я из нее вышел сразу. Все. Здесь что такое? Хотя бы монстров добавили. Ну, елки-палки. Ну, кто вас учил игры делать? Не знаю прям, ну блин. Такое ощущение, что я сейчас проверяю просто теорию вероятности. То есть с какой вероятностью человек найдет выход самостоятельно из лабиринта, если он там, не знаю, потерялся и не может найти его. Я не знаю, может быть, разработчики там, не знаю, между собой соревновались, типа, а, я сделаю лабиринт круче. Но флаг тебе в руки, ты можешь засунуть этот лабиринт себе в одно место и радоваться. Так, Острый Гладиус, туда мы не заходим. Так, здесь тоже тупик. Значит, сюда мы тоже не заходим больше. Мне уже пофиг, то, что я выкидываю гладиусы. Мне как-то так фиолетово. Реально, меня за... Так, стоп. Гладиус, сюда мы не заходим. Нашел. Аллилуйя. Ух ты, а тут еще эти. Тараканоиды. Скорпионы. Так. Минус один. Ух ты! Так, а сколько их здесь? Еще один, да? Пересвященник Унос? Вот это? Офигеть. То есть он переродился. Что не так с этими первосвященниками, я не понял. Что это за люди были? Что это такое? Большой эликсир выносливости. Вау! Надо же, как расщедрились.
Так, ну выйдем из этого ужасной пещеры. И я на этом заканчиваю. Все, кто посмотрел до конца, всем медаль за терпение. А лучше две. Так, а я же выход, по-моему, тоже Гладиусом пометил, да? А, нет, выход я вообще не помечал. Там просто бочка. А вообще надо было пометить, наверное. Я сейчас так думаю. Ну где может быть выход, как вы считаете? Так, Гладиус. Ага. Ага. Так, подожди. Где может быть выход? Где-то здесь? Возможно. Так, еще одно место, куда мне больше заходить не надо. Так. О, топор можно выкинуть. А как это? Тупик. Так, выбросить. Не, не знаю, хватит ли у меня сил пройти ту World до конца. Ну, потому что... Мне тошно сейчас, вот реально, мне очень тошно играть в это. А еще и мультиплеер, который, ну, блин, тоже, ну, ничем не отличается от этой игры. Не знаю, может, я в мультиплеер больше даже заходить не буду. Пик. Так, тут бочек нет. Гладиус. Hmm.
Так, куда еще можно пробежаться? Да, куда-нибудь? Блин, а где этот выход-то? Да, интересно, интересно. Мне так интересно сейчас. Так, не, мне правда интересно, давайте вот даже сейчас, пока я там бегаю как дурак, найдем вот такую информацию в интернете. Давайте так. Two World 2. И нажмем, вернее, наберем, как это правильно сказать, карта. Карта лабиринтов. Ядрить. Вы не представляете, какую я сейчас-то вижу карту. Так, секунду. Да, приходится заниматься такой фигней. А, смотрите, тут написано, что бочки на перекрестках указывают верное направление. А мне нужно верное направление назад. То есть там, где я сейчас бегаю, получается, это вообще не то место. Тут нет ни одной бочки. Так, учитель. Здесь тоже будет учитель. А дальше будет бочонок где-то здесь. Так, опять гладил. Да, в смысле? А, вот бочонок, все. Вот, отлично. Значит, смотрите. Идем по бочонкам. Раз. Два. А вот тут непонятно куда.
бочонков нет. Значит, они должны быть здесь. Да, вот бочонок. Вот бочонок. У нас закрыто. Значит, идем сюда. Бочонок. Бочонок. Здесь бочонков нет. Тут тоже нет. Нет же? Нет. А, тут уже пусто. Так, ладно. Попробуем здесь. А, вот бочка есть. Бочка есть. Тоже есть бочка. Вот бочка. Вот. И почему я раньше не додумался о том, что... Короче. Подожди, а в других усыпальницах не было бочонков, но были трупы, да? По-моему. То есть так можно находить пути. Да. У меня нет слов. Короче, дорогие друзья, спасибо за внимание. Всем пока, хорошего настроения. И не играйте этот квест, пожалуйста.